С нами Кирилл Скачков, лидер сборной Москвы, которая только что оформила путевку в финал Кубка России. Ваш матч сложился на удивление легко по счету, но, наверное, это было не так. Ну, поправлю, не лидер, а один из лидеров, наверное. Но, да, конечно, 3-2, матч мог повернуться. Первые два матча они могли повести 2-0. То есть получилось, что мы повели, нам чуть полегче. И Влад отлично сыграл третий матч. Даже проиграл первый сет, не стушевался. И молодец, в хорошем стиле. Принес нам третье такое очко. Да, по счету, может быть, 3-0 кажется, но это было не так. Ну, наверное, глупо спрашивают, как вы обыграли Александра Шибаева, потому что вы с ним играете всю жизнь, мне кажется. Да, мы с Саней, мы играем уже 20 лет вместе, у нас такая уже больше такая тактическая игра. И, ну, не знаю, как мне казалось, что такой хороший матч получился. Надеюсь, зрителям понравилось. И вообще, в целом, весь матч сегодня получился очень хороший, поэтому еще впереди один матч, будем настраиваться на завтра. А вот такая победа, ну, наверное, это был досрочный финал, все-таки Москва и Московская область. Мне кажется, тот полуфинал немножечко послабее. Не расслабит ли вас, ваш настрой не уменьшится? Нет, во-первых, мы проиграли вот месяц назад Краснодару. То есть еще непонятно, кто у них выйдет. То есть и Башкортостан такая темная лошадка. И, то есть там все сильные ребята, то есть три опытных боевые такие бойцы. И я думаю, что ну, нам без разницы, с кем играть в финале. Понятно, мы будем готовиться. Ну, понятно, по именам, да, Москва, там, Московская область посильнее, да. Ну, вы знаете, всегда на бумаге одно, а на деле совсем другое бывает. Поэтому, наверное, может быть, мы будем фавориты в завтрашнем матче. Это не совсем так, я думаю, что... То есть настрой у вас будет все равно боевой? Да, конечно, мы проиграли Спартакиаду, поэтому нам нужен титул, мы приехали за титулом, и Москва всегда только, то есть для нас третье место, хорошо, что мы выиграли общекомандный, то есть на Спартакиаде, но все равно мы, у нас в голове, что мы неудачно сыграли на Спартакиаде, поэтому надеюсь, что завтра все будет хорошо. Ну, удачи вам. Спасибо большое, спасибо.